Всем привет! Сегодня 27 марта, а это значит, что у меня прошло ровно 2 недели после моей операции по абдоминопластике. Сегодня я буду снимать клей со швов и обязательно вам покажу, что же там под клеем. Мне и самой это интересно. А пока пару слов о моем самочувствии. Чувствую себя уже очень хорошо, болевых ощущений практически нет. Но если сильно не задеть живот, конечно, потому что дети иногда подбегают, резко обнимают и головой могут уткнуться в живот. Тогда, конечно, болевые ощущения еще есть. Но в общем и целом практически уже не болит. Единственное, остается очень сильное натяжение мышц и кожи. И это, конечно, дискомфортное такое ощущение. Но одна из пациенток моего доктора мне рассказала прекрасное упражнение, которое мне позволяет с утра встать и распрямить плечи. Потому что, дабы компенсировать натяжение, я все время ходила сутула, и от этого у меня начала болеть спина. Но благодаря этому упражнению, спасибо ей большое, этой пациентке, я могу распрямить, уже расправить плечи. Ну вот, а теперь, как и обещала, будем снимать клей. Так, вот они мои рубцы. Пока клей на месте. Ну что ж, он должен отклеиться, как скотч приблизительно. Так. Ну вот уже видно, что здесь тоненькая полосочка. Ну вот, без клея это выглядит приблизительно так. Краснота, которая наблюдается, это не швы, это я наковыряла, потому что клей очень плохо отходил. И даже не везде он у меня снялся. Вот здесь по бокам его достаточно много еще осталось. Я думаю, со временем снимется. То, что складочки вы здесь видите, они были под клеем, они были 2 недели в такой сильной фиксации клеем, поэтому я думаю, что буквально несколько деньков, и они расправятся, и все будет ровненько. А пока это выглядит вот так.